Друзья, привет! Меня зовут Юрий Тимощук, и вы находитесь на моем канале «Шарики и декор». До сих пор идет мини-курс по тому, как делать из шариков ШДМ буквы. Итак, сейчас я покажу, как из одного шарика ШДМ сделать букву «С». Надуваем его так, чтобы в конце у нас оставалось пустыми 6 пальчиков. Вначале, как всегда, делаем 2 маленьких пузыря, после чего обкручиваем их своим кончиком. После чего этим же концом обкручиваем их вот так. Есть. Хорошо. После чего отступаем, давайте 7 пальцев. Делаем скрутку. Делаем маленький пузырь. Обкручиваем его вокруг себя. Делаем еще один маленький пузырь. И тоже его обкручиваем. Есть. Дальше. Отступаем 4 пальца. Может быть, даже 4. Мало. Давайте 5 отступим. Делаем скрутку. Делаем маленький пузырь. После чего этот пузырь мы обкручиваем вокруг себя. Делаем еще один маленький пузырь. И тоже его откручиваем. Так, очень хорошо. Отступаем снова 7 пальцев. Делаем скруточку. После чего делаем маленький пузырь. Откручиваем его вокруг себя. Делаем еще один маленький пузырь. И тоже его откручиваем. После этого этот шарик мы обрываем, но обрываем аккуратненько, чтобы он у нас остался в руке. Мы его приспускаем. И завязываем. Он нам еще понадобится. Так, есть, завязали. Возвращаемся к этой нашей заготовочке. Вот этот кончик, который оборванный, мы его хорошенечко здесь прикрутим, чтобы не вышел воздух. И заодно мы его запрячем. Вот. Вот так. Очень похоже, как делается буква П. Да, ну, в принципе, все похоже делается. Вот. Дальше берем вот этот наш кончик и привязываем вот этим кончиком вот сюда. Так. Прикрутили. После чего делаем маленький пузырь. После этого делаем еще один маленький пузырь. Второй пузырь мы обкручиваем. Обкрутили. Дальше делаем снова маленький пузырь. И еще один маленький пузырь. Второй пузырь мы обкручиваем. Я попытаюсь его сейчас аккуратно лопнуть. У нас опять осталось мало места. Чуть-чуть приспускаем. Приспускаем, приспускаем. И выдуваем весь воздух. После чего здесь его хорошенечко прикрутим. Вот. И тем самым хорошо запрячем. Ну, друзья, почти все. Давайте теперь расправим нашу буквочку С. И будет у нас тогда все готово. Ну все, друзья, наша буква С готова. Подписывайтесь на мой канал по той ссылочке. Также заходите просто посмотреть все видео, которое у меня есть по той ссылке. Сверху желтенькая ссылка. Можете там посмотреть все видеоуроки, которые касаются именно букв из ШДМ. Ставьте лайки, комментируйте. Всего хорошего. Пока, ребята!